Управление домами – это сложная сфера деятельности, которая включает в себя в том числе ежедневную работу с населением. В связи с чем считаю очень важным быть всегда на связи и в тесном взаимодействии с жителями. В рамках нашей управляющей компании мы стараемся именно наладить тесную взаимосвязь с жителями, быть ближе к каждому дому. Мы реагируем на каждое приглашение жителей на встречу во дворе их домов. Мы стараемся услышать каждого. С каждым месяцем обращений в управляющую компанию поступает все больше и больше, в связи с чем их обработка требует системного подхода. Мы активно ведем деятельность в соцсетях, где ежедневно освещаем результаты работ, итоги встречи с жителями, даем разъяснения по всем актуальным и интересующим жителей вопросам, ведем диалог с жителями. Однако при всей прелести соцсетей данный сервис не может являться полноценной коммуникационной площадкой между жителями и управляющей компанией. Наша задача – обслужить максимальное количество жителей, удовлетворить их потребности. Но даже при всем объеме поступающих обращений через заявление, через личный прием, через электронную почту, не каждый житель имеет возможность обратиться в нашу управляющую компанию в силу своей занятости или отсутствия времени. Поэтому в условиях современных технологий мы задумались о разработке собственного функционала, который позволил бы жителям без потери собственного времени обращаться в управляющую компанию, где бы он ни был, и освободить его от походов в нашу управляющую компанию для того, чтобы сдать заявление, наличный прием, телефонных звонков. И сегодня мы можем предоставить такой сервис нашим жителям в виде мобильного приложения. Теперь жителям не нужно писать заявление, ходить на личный прием, стоять в очередях в жилищный отдел для того, чтобы получить консультацию или справку. Теперь абсолютно весь сервис нашей управляющей компании в мобильном приложении в вашем смартфоне. Над разработкой нашего приложения мы ориентировочно стали работать год назад, собрали все поступившие обращения от жителей, разбили их на категории. Таким образом, мы сформулировали перечень услуг, которые предоставляет наша управляющая компания, и внедрили его в мобильное приложение. Теперь наши жители через мобильное приложение могут оплатить квитанцию, создать заявку по любой интересующей услуге, задать любой интересующий вопрос, заказать справку, за которой не нужно идти в жилищный отдел, мы сами ее принесем. И все это, не выходя из дома, в вашем смартфоне. В работе нашего мобильного приложения задействовано более 30 сотрудников. Это все специализированные отделы нашей управляющей компании, экономические, технические, юридические, специалисты которых в режиме онлайн ответят на любой поступивший через мобильное приложение вопрос от жителей, а также все профильные специалисты нашей управляющей компании, непосредственно обслуживающие жилой фонд. При поступлении заявки через мобильное приложение они берут его в работу и по мере исполнения дают обратную связь жителям с приложением фотоотчета там, где это необходимо и возможно. Уважаемые жители домов нашей управляющей компании, я поздравляю вас с приобретением такого сервиса, как мобильное приложение УК от ОСЖ. Очень рассчитываю, что данный сервис обеспечит вам комфортное, удобное и эффективное взаимодействие с нашей управляющей компанией на самом высоком и современном уровне. Желаю всем атмосферы, тепла, семейной жизни. К сожалению, я не являюсь жителем домов нашей управляющей компании, тем не менее попросил наших разработчиков, чтобы они мне предоставили доступ в мобильное приложение жителя. И теперь я наряду с жильцами имею возможность создавать заявки, тем самым мониторить, насколько наши службы оперативно работают.